Меня уже комары искусали. Выпей водки. Комар напьется и умрет. Не умрет, он напьется и привезет собутыльников. Иногда водители маршрутки настигают сознание нереальности происходящего. И они спрашивают, следующая остановка есть? Марлена, мне готовка нагадала, что в следующей жизни я буду козлом. Что опять? Хотите в жизни перемен, идите работать в школу. Там перемены через каждые 45 минут. И работа самая лучшая. Учителя даже на доске пишут об этом. Каждый день. Классная работа. Три подруги сидели в баре и пили мартини. Вдруг одна из них решила уйти. Вопрос, сколько осталось? Три. Потому что решить и уйти – это разные вещи. Лимон с вкусом помидора, помидор с вкусом сыра, сыр с кислинкой лимона. Молекулярная биология, скажете вы. А лень мыть нож, отвечу я. Кот был не голодный и, судя по всему, хотел спать. Но пришла пьяная жена, и ему пришлось есть сошечки. Я понял, что моя жена водит машину лучше меня. Я на наручнике тронуться не могу, а она весь день проездила. Девушка сдала на права на гранте, которая без усилителя руля и вообще шайтан машина. И ему стали говорить, вот сейчас купишь себе гранту и будешь на нем ездить. Девушка спрашивает, а почему вы решили, что я обязательно куплю гранту? Ему отвечают, а глупо научиться сверхспособностям и не пользоваться ими. Подписываемся.